Приветствую вас, друзья. Вторая на сегодня посылочка. Это у меня тоже посылочка для моего нового фотоаппарата Canon 200D. И в этой посылке это бленда на мой новый фотоаппарат. Сразу же заказал. Вот такого черного цвета. В пакете больше ничего нет. GGC. Фирма, у этой фирмы я уже много раз заказывал на свой старый фотоаппарат там всякие линзы, кольца переходные, там много всего прочего. Так, немножко порвал коробочку, но ничего страшного. Цена, давайте посмотрим, указано здесь 5 баксов. Ну, я ее покупал около 500 рублей, вот это вот бленда, хотя можно было купить намного дешевле, не знаю. Я уже потом начал присматриваться. Что хочу сказать, бленда пластмассовая, по качеству нигде никаких косяков я тут не вижу, все вроде как выполнено надежно, вот здесь даже есть какие-то отметки. В принципе, сам фотоаппарат тоже пластиковый, вот здесь тоже точечка. Естественно, бленда на него тоже пришла пластиковая. Давайте рассмотрим коробочку, что здесь. Да, можно такую заказать еще в белом цвете. Ну, я заказал черный, потому что фотоаппарат у меня черный. Кому будет нужно, ссылка в описании. И давайте сейчас перейдем на магазин продавца, посмотрим, почем у него там эта бленда, что можно еще хорошего купить. Кстати, хороший магазин, я там много чего уже брал для своего старого фотоаппарата, ну и теперь, наверное, буду брать для нового. Мы перешли в магазин продавца. Как мы видим, вот он наш фотоаппарат Canon 200D и вот такая бленда. Здесь у нас на картинках все нарисовано, в двух цветах оно идет, белого и черного. Фотоаппарат вышел в продажу в трех цветах: белый, серебристый и черный. Ну и поэтому вы можете выбрать тот либо тот. Цена 479 рублей. Вот у нас три отзыва. Один из них мой. Вот данный отзыв. В принципе, вы можете найти похожую бленду. Я находил еще чуть-чуть дешевле. Наверное, ссылочку тоже оставлю в описании. Ну, в общем, вот такой вот товар. Можно вот посмотреть по картинкам без бленды и с блендой. С блендой, как мы видим, более такой насыщенный цвет. Вот такая бленда. Бленду можно развернуть либо в эту сторону, либо, если она не нужна, в эту, чтобы она не занимала много места. Материал пластик. Ну, в общем, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, до новых видео и до новых встреч. Всем пока!